сокровища вокруг нас. Всегда ли мы их замечаем? «Семь чудес» – новый проект, в котором Лера и Никита отправляются на поиски сенсаций. Мы едем на море. Да ладно. Просто волнуюсь, когда мы поедем, и то волнуюсь, и я думаю, чтобы ничего не пропустить. Откуда на древних картах взялось море на юге Беларуси? Как на Полесье появились викинги? Я обожаю этот проект. Для чего создавался секретный бункер в окрестностях Щучино? Какие объекты из Беларуси попали в списки всемирного наследия человечества? Кто-то здесь есть. Кто здесь? Сокровища вокруг нас. Мы поможем их найти. Премьера на телеканале «Могилев-2».